Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в 6-м саммите глав прикаспийских государств. Ожидается, что в рамках визита лидер Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, в том числе и с президентом Туркменистана Сердаром Бердумухамедовым. К этому часу лидер Казахстана уже встретился с председателем Халк Маслахаты Мили Гингеша Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедовым. Собеседники высоко оценили поступательное развитие двусторонних контактов, как торгово-экономических, так и культурно-гуманитарных. За вклад Гурбангулы Бердумухамедов в укрепление взаимопонимания Касым-Жомарт Токаев вручил ему высшую государственную награду Казахстана – орден Алтын Кыран.